Стальной хват России, привет. Ну, наверное, кто-то захочет это видео посмотреть, кто-то нет. Дим, Димурин, тебе большой самый привет, особый. Тебе это гнуть ногами, свободным стилем или крашем, как вы это называете. Смотри, какое чудо. Значит, я нахожу у себя девятку. Мы с тобой сегодня утром решали, насколько чего тебе присылать, да? И решили, что ГС-35 теперь надо на 170 побеждать. На 180 ты ее вроде победил. И калибровку я тебе обещал. И пруток я нашел. Показываю близко. Здесь немножечко подржавее. А так в целом пруток интересный. А вот теперь смотри, что за интересный момент. Понятно, да? Вот уронил. Ну, покажу вот так вот, наверное, даже. Вот оно, начало прутка. А вот конец. Это только бывает, чудеса такие бывают. То есть, пруток был длинный, но почему-то его осталось ровно 340. Чтобы поделить пополам, а вот я отметку поставил, и половина половины. То есть сейчас, что я сделаю, вот я еще покажу моменты, что это у нас десяточка, вот она, да? Между ребер 10 миллиметров, если это между ребрами жесткости. Если центральную брать, то по центральной будет 10,5. 10,4. 10,7. Как тут повернешь? Слегка повернешь, будет изменение. Вот они, нули. Соответственно, сейчас я при тебе. Откушу воду. Вот мои работяги. Берем пруток пополам. Оп. Слышен звон монет. Вот они. Два прутка стали половинками. Сейчас я в калибратор заряжу в этот и продолжим съемки. Стальной хват России. Продолжаем запись. Димка, смотри, запись продолжаем. Вот на один стерженек тебе обработанный. У него один ровно будет торец абсолютный, а второй я тебе обработал. И покажешь вот особенность. Здесь один край ржавый, а все остальные нормальные. Это у одного стержня, а второй стержень я зарядил, у него особенность будет одна грань, ровно проточная. Значит, тянуть я тебе буду грани по бокам, ровно грани по бокам, не грань сверху и снизу, как тяжелее. Ну и вот, получился у нас вот такой стерженечек на 170, да? Вот. Очень, кстати, вот если на камеру смотришь, часто ловишься на том, что идет страшное искажение. Думаешь, что выставляешь гораздо больше, а вот если присмотреться, то есть она
Видите, кажется, линейка далеко выступает за пределы стержня. На самом деле я ее держу абсолютно в один уровень. То есть это на 170. Значит, два стержня из одного куска, который по странному стечению обстоятельств оказался на 340. То есть то, что мы и планировали попробовать, а мы планировали попробовать, значит, на 170. Один заряжен. Еще раз покажу параметры того, что будет послано. Сейчас. Вот так вот. То есть это десятка. О, Дим, это тебе. Здесь я наклеечку сделаю. Все вроде бы приготовлено. Ну, теперь осталось только натягивать. Середину я отметил. Она причем между ребер ложится. И все, поехали натягивать. Поглядим, что там у нас получится. Всеми этими моментами. 150. 230. 300, я не знаю. Не знаю, сказать ничего не могу. Часто снимаю, много анализирую. 310 килограмм. Смысла дальнейший натяг, наверное, давать незачем. На линейку я покладу. Вот, вот что можно сказать. Смотрите, тут как что получается. Сейчас, по всей видимости, вот я сниму 303. Получается, вот он О пишет, что за пределы измерения я сниму, может быть, сейчас как опустится, как раз 315 килограмм, может, попадет. Калибровка показывает, что это уровень там МААБа, а может быть и сильнее. Вот он вышел. Идет усадка. Видите. На ваших глазах, но 315 килограмм, даже вот будет потихоньку садиться, пока в течение там 3-5 секунд не будет изменяться усилие, тогда он остановится. Отпускаем. Вот отпустил. Семьдесят. ГС 35. Снимаю я. Получается следующее. Вот. И второй. Второй прямой с этого же куска. Вот один кусочек был. Получается примерно следующее. Раз, два, три. Три, четыре. 3 градуса. Это вот. Вот она, грань. Получается, уровень вот этих мега-супер стержней, которые там не сгибаемые. Ну вот, Дим, погнешь, МААБ тогда тебе пришлю. Все, давайте, удачи. Все, вы видели.